Бесправник за рулем «Лады» задавил двух человек в Челябинске. После того, как лихач насмерть сбил пешеходов, скрылся, но был задержан полицейскими. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Отвечать перед законом будет 32-летний мужчина. По данным ГИБДД, под колеса его машины попали два молодых челябинца. Парней лихач задавил в полночь на улице Комарова. Люди шли по пешеходному переходу, когда их сбила десятка. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 серебристого цвета скрылся с места ДТП. Автомобиль имел явные повреждения передней части. Выдвинулись на отработку прилегающих районов, дворов. Возле дома номер 31 по улице Марченко данная автомашина была замечена. Впоследствии остановлена, водитель был задержан. Оказалось, что лихач, сбивший людей, сел за руль с признаками опьянения, а ранее был лишен водительских прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность. А на улице Труда столкнулись минимум 4 машины. По предварительным данным, обошлось без жертв.